случайно пробегал по своему любимому магазину, поймал Аркашку. Он говорит, сегодня тема есть, сейчас будем удивлять вас. Ну, не то чтобы всех вас, но строителей. Те, кто строители, смотрите, новинка, которая залетела в АБЦшку. Насколько я понимаю, у них, по-моему, один он только сейчас. Но обратите внимание, 21 век, нового поколения шурики бошевские. Короче, прикол, звонит он менеджеру, сам менеджер ни хера не понимает, что они им привезли, блядь. Мы по цепочке, когда я мозги компостируем. Короче, смотрите, пушечка. Сначала веду в курс дела, что меня конкретно зацепило. Сейчас я тебе покажу. Вот именно меня, с чего я начал. Обрати внимание, что он полностью железный. То есть, что происходит? Начинаешь, например, работать, у тебя идет касание. И у тебя что, боковое касание бывает? Что такое касание, да? Если, предположим, ты берешь вот этот шурик и на оборотах касаешься пластиком, каким бы он ни был хорошим, к металлу, ему жопа. Обрати внимание, у этой модели есть на прямое касание кольцо, на незащищен бок. Ты сам знал хоть эту фишку, нет? Слушай дальше. У этого шурика нету вообще никакой защиты. То есть они все визуально... То есть смотри, они визуально вроде бы все одинаковые. Но смотри, этот не защищен абсолютно, и такой патрон полетит по жопе через сколько? Ну, 6 месяцев. Он хорош для чего, вот этот шурик? Если я сам себе буду делать ремонт, и пускай дома останется валяться. Следующий момент, ты начинающий плотничек, да? И поэтому ты берешь его чуть дешевле, у тебя касание кольца защищено, эта часть не защищена. Этот шурик кто берут? Кто этот шурик берет? Никто не берет. Нет, этот шурик беру я, например. Я фермач, да, я хочу купить пацанам, да, чтобы они работали. Почему? Потому что его убить очень сложно. У него и эта защита, и это. Абсолютно он защищен, и поэтому этим они отличаются. Но этот шурик, он более инновационный и нового поколения. Это реальная новинка. Короче, я разочарованно созвонился с Бош-сервисом. Это настолько новинка, что в ней еще до сих пор никто не въехал. Мужики, если кто-то был в теме, что это за фигня, ну-ка подскажите. Нет, смотри, моими мозгами, насколько я понимаю, он чипированный. То есть сюда вставляется чип, и если у тебя его подкоммунизит кто-то, то ты его легко по этому чипу можешь найти. Это шуруповерт чипированный. Следующий момент, если я его оставил на объекте, Аркаша пришел, взял, начал пользоваться, он мне подает сигнал, что без спроса кто-то взял мой шурик. Ну... Это такая фишка у Боша есть. Ну да. Его видишь, найти хуже. Ну да. В комплекте ее нету. Но видишь, это тебе надо подключать систему автопарк бошевский и прочая фигня. Сколько он стоит, кстати, комплект этот? Какой? Вот этот вот. Это комплект? Да. Этот комплект стоит в данный момент вот цена 355. 355? Это типа дорого, но здесь 3. Есть фишка, которую никто не улавливает. Смотрите, батарейка. Это не просто батарейка. Смотри внимательно. Это 5-амперная. Сколько отдельно стоит 5-амперная батарейка у вас? Я смотрел, в данный момент у нас нету, но вообще она там 105-110 евро примерно идет в интернете. Смотри, у нас получается в комплекте 1, 2, 3 батарейки. Надо это показать, это не 300 поверят, евро. Ящик какой-то. Смотри, там все. Это такой подарок тебе. Это получается, у нас 3 батарейки, и фактически это 300 евро. Если он стоит 355, то 3 батарейки, в принципе, его покрывают. А это аппарат отдельно стоит сколько, если его брать не в комплекте? Да, и он отдельно стоит 217 евро. Если, грубо говоря, ты берешь 217 плюс 300, 500 с копейками, нихуя себе получается. Да, да, так что... Так, возвращаемся к нашему приятелю. Значит, получается, какая фигня? С одной стороны, конечно, жаба душит. 355 рублей, а это еще со скидкой, блядь. Но с другой стороны, смотри, знаешь, чем мне это важно? Я беру 5-амперку, я вставляю в прожектор, и она у меня сколько бегает, а если я простую вставляю, в циркулярку, да. Поэтому его нужно покупать для того, чтобы пополнить автопарк свой, да, 5-амперниками. Да. Это очень важная штука, да. Тебе в подарок. А шуповерт получается в подарок. То есть, если у тебя все в порядке, то ты берешь неубивайку, которую можешь любому мужику дать, он ее не ушатает никогда. Ну, никогда, это условно. Но она прослужит, скажем, 2-3 года точно, пробегает при коммерческом использовании. А батарейки тебе нужны для того, что пора уже старые скидывать, а новые 5-амперники, это, конечно, в циркулярку. Для тебя точно нужно. У тебя же есть пылесосик наш. Да, можно выбить еще плюс скидку, блядь, как хочется. Это уже за кадром.
Все, я понял. Короче, видите, как хорошо иметь такого друга, как у меня? Этот Шурик появился сегодня с утра, а в обед вы уже про это знаете. Так что, ладно. Быстрее да. Бери себе. Он реально один? Ну, нереально. Два тебя положил. А, еще покажу фишку. Прям сердце радуется. Смотри, появились бесплатные столы. Помните, я рассказал, почему они бесплатные? 2 дня обратно было 10. Да? Посчитай. Но теперь я могу быть спокоен, я 100% свои 2 возьму. Помните, в чем была фишка? В том, что струбцины, которые в них стоят, они покрывают половину стоимости. А сейчас он и так рекордно низко стоит. Но я никогда не верил, что это может быть просто золото. Сейчас у меня сколько мастеров, столько таких столов, и плюс 2 в запас. Ну,